Приветствую вас, земляне. С вами сенсей. Давайте сегодня посмотрим игру. Называется она приблизительно «Инопланетный куб». Что-то вот так вот. Инородный, чужой, пес ее знает. Давайте посмотрим, что это собой представляет. Это, похоже, бродилка. Значит, графику я улучшил, а то больно мыльная. Вон, видите, картинка какая тут мыльная у меня на экране. Как обычно, я всегда играю только с улучшенной графикой. Вообще, из-за редких исключений я не улучшаю, когда не могу просто улучшить. Но я и сам-то играю. Конечно, я такую резкость не делаю, но вам делаю более резче, потому что игру я вообще не видел. Как она у меня сейчас пойдет, даже неизвестно. Там лог стоит, по-моему, 60 кадров. Давайте поглядим. Хочу всех поблагодарить, кто заходит на мои каналы. И большая благодарность всем тем, кто переходит и смотрит меня на Ютубе. Поддержите Ютуб, смотрите на Ютубе. Этим вы меня поддержите. Под любым видео есть ссылки, и также под ссылками еще вкладка. Открывайте, там мое железо, кому интересно, можете посмотреть. Играю я без подкачки. 24 гига, 2К. Так, ну что, давайте попробуем. Вот задышал кто-то. Похоже на мужика. Where am I? What am I doing here? Я не люблю приседать вот этой контуром. Ну ладно, пес. Ладно, хоть так. Так сделано вроде ничего. Пока. Это я. Молодец, жопу стал. Ты вот здесь спал, что ли, мужик? Похоже, он здесь встал, ребятки. Сейчас разберемся. Переживай, сейчас я попробую разобраться в этой ситуации. Оценить всю эту хренотень. Че, проход может уходить? Здесь пошарить сначала. Фонарик, конечно, у меня нет. Че тут такое? Я ни черта не вижу. Кстати, надо попробовать яркость прибавить, потому что ни черта не видать. Там яркость это не прибавляет. В последних играх ни черта ничего не прибавляется. По-моему, на пугуе. Так, на игра-то вообще должна быть страшной. Ё-моё, туда я не пойду, все, пойдемте на улицу. С этим дураком, блядь, сейчас. А, тут надо дыришку, наверное, продыришку. Олигофрендли. Все равно туда придется идти. Вот все начало лагать. Идряна мать. Только на Ютубе в 2К. Смотрите в 2К после первого показа. Показ прошел, смотрите в хорошем качестве. Ну, кому не терпится, значит, смотрите в таком качестве. Вот здесь забор я сейчас увидел. Ну, по фонарям давай быстрее. Че, копошиться. Я вообще во все игры стараюсь играть быстро, но из-за этого и страдаю. Что-то могу упустить и так далее.
человек знает, знает. Блин, в какой-то клоаке, в жопе какой-то я очутился. Мерзопакость. Опа! Открывай ворота! Блин, этих не хватает шестеренок, что ли? Мама дорогая. Дорогая мама. Ну а что ты погромче, ты не можешь говорить? Пес ты вонючий. Мышь вот надо вот так прибавить. Все, звук вот видите, что тут творится. Но мне надо выйти и прибавить звук. Так. Думаю, будет у вас тихо. Ой. Где? Потерялся. Так, все, мотор вонючий. Здесь вот шестеренки какие-то, надо их выковырить, похоже. Наверное. Как вы думаете? Сможем мы выковырить или нет? Какая-то барбосина за барбосина. Мерзость какая-то. О, шестеренки разрушил. Берем и валим отсюда быстрее. Ой, куда я побежал? Все правильно. Не будем мы там высматривать всякую мерзость. То сейчас завалит меня. Ну, жду открытия. Вау, магазин открыт. Пожалуйста, добро пожаловать в супермаркет. Обмани ближнего, ибо дальний к тебе приблизится, обманет тебя и возрадуется. Ну так, ничего, картинка-то приятная, да? Молодцы, постарались такую вообще. К деталям отношения. Мне всегда нравится, когда хорошие детали. Рык, оп, вот это прыгаешь. А зачем надо было прыгать-то? Куда прыгать-то? Вот здесь, да. Что, вообще неплохо, да? Смотрите. 40 кадров. Ну, я записываю 2К. Я еще резкость прибавил. И, по-моему, не максимальную я ее прибавил. Нет, максимальную. Вот так вот все-таки почетче, да? Вот темно уже стало. Но мы будем переключаться. Вон, вон там какой-то дом, видите? Там вон какая-то сарайка стоит. Да? Мы сейчас туда рванем. Живности пока не вижу никакой. Да? Приятная музыка. Только бы не забанил YouTube эту музыку. В последнее время. Вставьте свой трек. И там выбрать нечего. Там треки все. Хаос, блин. Этот бомбежка, блядь. Бум-бум, бим-бим, бум-бум, бим-бим. Как в такую игру хаоса поставишь эту хренотень? Я в музыке не очень разбираюсь. Что происходит? Земля трясется. Насколько я помню. Их ты, блядь. Нихера себе заявка на победу. Да что это тут, блядь, ракеты пускают какие-то, да? Вулкан? Что такое? Вулкан бабахнул. Теряемся отсюда. Куда идти, блядь? Сюда можно. Блин, вообще так красотища такая была, да? И сразу бац, как, блядь, молотком по башке, да? И все разрушили, блин. Блин, я налюбоваться не успел. Да? Какой-то маяк там. Кстати, я вот эти люблю игры проходить один раз в жизни, и все. Я там еще помню, какая-то космическая была, можно было бы вот, поискать такие игрушки старенькие, но они же все... Ну хотя можно и не на русском, тут все равно переводится. Три слова. Что-то атмосфера самая главная. Ну, бабахнуло что-то, смотри, вы видели? То ли бог какой-то разбушевался. Блин. О, какая-то дрянь. Бери быстрее, что такое? О, ноги его. Безумец. Да это безумец какой-то. У него сон приснился.
Глючит его. Was I dreaming? Oh, what time is it? А который час, я что-то не уловил даже глазом. Только сядь-ка, я посмотрю, сколько времени-то? Во сколько ты встал? Все, часы выключились. Включи свет, то, блядь, потемках лазишь. Так, где дверь-то? Хожу, блядь, рядом с ней. Седалищем, блядь, к двери повернулся, блядь, ищу ее. Тут не надо ничего сыграть. Все, пошло-поехало. Сейчас по всем комнатам будет шарохаться. Дневник. Вот, дневник. Зачем туда вообще лазить? Я не знаю, да. Хромаке я переделал, не знаю, как будет смотреться. Раньше свет сверху был, сейчас снизу. Ну все, он загудел, похоже, на дядька вон пропал. Дядька, значит, какой-то пропал. Эдгар. Как выйти-то отсюда, я не пойму. А, опять эту дрянь надо нажать. Эдгар По. Там что-то я читал, вроде вдохновлялись они. Давай Хариту умоем, я топой наверное. Все, умылся. Оба. Вот матрёха идёт, Дженни. Дженни. Who's at the door? Oh, it's probably the postman. Почтальон. Его ещё надо найти, этого почтальона. Где у него дверь? А, вот он. Давай открывай, козёл ты, блядь, вонючий. Да. Чё такое было вроде открывашка-то? Какого почтальона они? Вау, вон письмо. Самое интересное, кстати, надо прочитать как следует. Пока не интересно. Так, квартиру наследовал он ему, значит, старую хижину. Значит, найти какие-то предметы и избавиться нахрен от этих предметов. Все, какие-то таинственные, которые ты не можешь понять с первого раза. Телефон. Че, берем телефон-то, нет? И сейчас. Ну ладно, пес с тобой. Коробки какие-то вонючие. Так. Че тут за хренотень? Че я взял-то? Я так и не понял. А ключи? Я думал, эту банку возьму. Что такое? Часы нахрен. Так, значит, надо и зажигалку взять. Где тут зажигалки? Где? Пока меня все радует. Пока радует. Я вообще редко хвалю игры, но пока вроде все интересно.
Ничего не затянуто, ничего лишнего. Порог хождения пока преодолевается. Кстати, оценка от сенсея можете посмотреть на первой странице, там у меня полезная. Как я оцениваю игры. По-своему. А где у тебя комод-то этот вонючий? Где ты спал, наверное? Я же там лазил вроде, где спал-то, нет? Это что такое? Темно, блин. Блин, дверь надо было обойти. Так, покажите нам там, какой он там. Какая-то дрянь у меня на экране. Все, сорвались. Погнали наш городских, как обычно я говорю. Опа. Часов плевать, мы сейчас быстро приедем. Мы же в игре. По-любому. Но. Глава 2. Первая глава вообще была. Плевое дело. Сейчас вторую начнем. Глава 2. А, сохранение когда происходит? Когда главу прошел? Гул такой стоит. В игре что ли? Я жду, у меня колонка. Это он куда пришел, я не пойму. А, он уже в подъезде, смотрите-ка. Ёп. Шо, мать. Чё за помойка, блядь? А чё тут надо было сделать-то? Зачем я вообще истратил деньги на эту дрянь? Блин, вообще помоище какое-то. Я думал, какая-то... Это квартира, он на квартиру приехал. Я думал, дом какой-то будет сейчас. Бояться-то. Это как вообще помоище. Помойка какая-то. Хата, блядь. Хрущевка. Это квартира. Может, тут что-то валяется? Но... И для чего это пасхалки? Я не могу понять. Вообще, для чего пасхалки нужны? Просто так, что ли? Ну, как секреты? Это уже так... Блин, вообще, блин, тьма тьмущая. Так, как ты оказался на втором этаже, я не пойму, а первый когда? Он туда не идет, смотрите-ка, а где ж тут двери-то? Я их не вижу, дверей-то. Вот здесь, может, где-то в темноте. Не, это квартира. Где твоя помойка-то? Блин, опять надо аж дерево включать. Ни черта не видать. Ну. О, как кошка мяукнула. Ё-моё, всё. Так, дверь мы сейчас закроем. И не выпустим это чудовище, блядь, пока им не набьем ему харю, блядь. Все, клади. Ручку не надо вам? Кому-то надо ручку? Ё-моё, где свет? Кто здесь? Я сам буду озвучивать, видать, похоже. Если персонал там... Что-то мою напоминает, надо ее сделать. Грязную воду тебе перестали лить. Можно ванну сделать. Кабинет здесь. Че, открыл он дверь-то или нет? Это безумец нам. Блокировано. Че там такое? Как прибавить там посмотреть? Понятно.
Ну, пока интересно вроде. Ну, так себе, пока на троечку из пяти нам. Нет ручки. Опа. Вот YouTube как раз здесь и запалит. Эту музыку. Скажешь, давай другую я тебе предложу. Так, свет. Кулаком, что ли, ударил, блядь, мужик. Что, исследуй, что тут надо? Ну, значит, он нашел какой-то сундук, да, и мусор какой-то в сундуке таинственный. Его стал дневник записывать, все, и мы сейчас будем читать и расследовать эту хренотень. Все. Я так понял. Какие-то предметы он нашел в своем доме. Что это такое вот это? Ну что, все? С нюху я сбился, я не знаю, что делать-то дальше. О, что тут загорался. Исследовать. Да плевать, что ты говно какое-то исследуешь. Давай по существу что-нибудь, да. Корябай, да. Как-то не очень это, вот эти штуки вот пропадают. Как-то их наводить не очень удобно. Ты смотри, сейчас пропустишь. Что тут нет, все обследовали. Где пробки-то нам? Надо ставить пробки там сверху. Тут нет ничего. И джеки. Джеки. Нет, все-таки надо это HDR убрать, потому что что-то ни черта не видать. Светлее. Опа, баранья жопа. Что-то там заело с той стороны. Что ты за черт такой? Да. Че такое, не пойму. Схватился не за то, что надо, бля. Электричество подключили, бля. Что? Блядь, укурок. Мне что-то вообще не пруху у нее, да? Невезучий какой-то, бля. То хренотень во сне какая-то, блядь, пролетела, то здесь вот тупитно. Заколоченная дверь. Ну вот это что-то вот, наверное, делает. Вот это хренотень. Два раза нажмем, плевать. Шестеренки виднеются, блядь. Только я вот их не вижу. Прибавление было бы, конечно, было бы поинтереснее, блядь, что-то нам. Еще одного коня надо найти. Все, погнали, все. Сорвались, её. Ищем коня вонючего. Кони в яблоках, кони пьяные. Кони в яблоках, кони сраные. О, конь! Собака какая-то. Так, вот он же присаживается, может быть, что-то на карачках тут прокарачить.
Надо коня найти, это однозначно, это же понятно там. А может там не конь? Может там какая-то тварь другая, ну. Почему я решил, что там конь? Может там как раз и не конь. Вот исследует, что это вот, что случилось с зеркалом. Ну понятно, может что-то я здесь пропускаю, может вот опять на карачке. А это что такое? Чемодан. Чемодан. Ящик закрытый. Ноги у него. Так, я это читал вроде, да? А, вон какие-то кони. Да встань ты, блядь, черт ты вонючий, на. Уселся и сидит, блядь. Срать, что ли, сел, на. Вон туалет-то, блядь, напротив, блядь. Он не встает, когда... А, нет, встает. Я не смотрю, что-то он, видать, уперся, на. Репкой своей, на. Ну, пока я ничего не вижу. Кто-то что-то видит, интересно. Я ни черта ничего не вижу. Чего я найти не могу пока. Какая-то там я игру заливал. Ну, она уже старенькая такая. Там. Я там походил, ничего не нашел. Ничего не нашел я. Блин, видать, настолько тупой, что я не мог. Ты ни картинки, ни маски какие-то, и ничего там не нашел. Может, и здесь не найду. Так, а может, вот под столом тут что-то. Ну нет, значит надо не коня найти. А у меня предметы есть, интересно, какие-то? И где они вообще лежат? А, вот стекло разбил, смотрите-ка. Я и не вижу. Я уже потыкался несколько раз. Отлично, все, ништяк. Сейчас мы откроем это гнездо. Распазарим тут сюда. Ну-ка идти. Куда идти? Пиццу. Не идти, наверное, убрать. Как кто-то шурует, блядь. Козел какой-то, блядь. Мерзавец. Я люблю вот такие вот загадки. Да. Че он же, то ли жрет он что-то, блядь, дресню какую-то. Че он сделал-то, блядь, тупица? Фу, блядь. Что это за дресня? Давайте посмотрим поближе. Перелезть. Подожди, лезь-то нахер. Ты сейчас залезешь в такую жопу, что, блядь, мы из нее потом не вылезем. Как он жил, блядь? Че он не жил, а существовал здесь. У нас полстраны так живет, ничего, блядь. Ты удивляешься, ну. Ты к нам приезжай, блядь. Хрущевки наши. Перелезть. А, блять, кнопку надо нажать левую. Вы видели? Каблуком по рылу, блять. Все, завалили что ли меня, блять? Погрызну мне дали, ну. Какой-то мерзавец. О, счастливчик. Смотреть кино такое? О, счастливчик. Попал он там. Будь здоров. Посмотрите на. Вот я это так же назову. О, счастливчик. Фильму, наверное, 1000 лет нахуй. Хорошо, ужастик. Про голову, так сказать. Ужас. Сказал тебе где-то, кругаться не хочу. Какой-то опулаз. Находишься. Вылазь нахрен отсюда.
Чё? Блин, я вот раз бы нашел вот около унитаза вот эту дыру. Вот если бы надо было наоборот найти вот эту дырку, да хрен бы я нашел там. Какой-то лаз, какой-то лаз. Короче, тут ничего не нашли, блин. Вот это хренотень, блин. Вот это хренотень. А это что? А, зеркало, да. А вот это мы не знаем, да? Что там показывают? Наверху какой-то люк какой-то. Наверное. А где это я? Так, а вот тут... Я отсюда вылезла? Нет, наверное. Даже перелазить. Давай тут разберемся. Сейчас все пропустим, как и обычно. Быстро проходит. Ну, где? Чего тут загорелось? А. Ну все, я понял. Тут, блядь, за километр это ловишь эти хреновины. Опять я через эту дресню. Соседней комнаты, я так понял, да? Они искали, наверное, вот эти бумаги секретные. Так, а чего я ничего не взял? Я отвертку только взял какую-то, да? Ручку надо привернуть, что ли? Отвертку. Надо ее найти. Где она валяется? Отвертка. А что нам надо отвернуть-то, я не пойму. Отвертка. Артефакт, да, вот этот безумец. Только он нашел его или нет, я так и не понял. Что такое вот сейчас мигнуло? Во, во. Вообще, вы видели решетку? В жопе у меня. Сам повернулся. Тут, конечно, это. Ну, присядь. Ключ. Так, откуда ключ у нас? Ключ-то откуда? Я уже что-то не помню. А, ящик секретный. Ладно, хоть не сам. Таинственный ордер. Ордер. Как обычно, эти ордены везде. Как это, черное зеркало или как там? Вот сейчас в хижину, наверное, поедем. Угу. Ну что, я тут как свинья в апельсинах, я ничего не понимаю. Дневники, ничего так, дневник. Прямо сейчас.
куда мне идти, интересно? Из этой помойки как выйти? Вот вниз, наверное, по лестнице, да? Как вы думаете? Точно. А зачем аппарат я раскромсал там? Или сожрал у меня деньги этот аппарат вонючий? Ну, вот я люблю вот там куда-нибудь в долину пошарохаться, а тут на помойке какой-то были, блин. Сейчас лифчик такой, это подруга ушла, этот старик умер, по морде получил. Я говорю, вот счастливчик, так и назовем. Вроде ничего так, я бы не сказал, что уж прям хороша, но интересно, что будет дальше. Не будь, который вон я, доктор кто, мой любимый фильм, там такая дрянь вообще вложен. Можете посмотреть, хренатель. Повествования тут, конечно, пока ничего серьезного нет у нас. Как обычно, какие-то секреты. Секретики. Что-то вообще у меня это. Дрянь-то, блин. А тут еще. Ну, не знаю. Может, синхронный плюс будет? Чудеса, блин. Что такое, я не пойму. Брякнул ты что? Блин, как я боюсь вот залазить в этих играх куда-то, блядь. Какой-то ужас просто, блядь. Ну и что, висяк что ли я поймал, да? Висяк поймал что ли, я не пойму. Да? Может, нужна перезагрузка, она эта тварь повисла. Опять вырезать. О. Все отлично, ребят, все прорвались. Синхроимпульс все задрал. И ничего не прибавилось. Я, блядь, выключил его. А он выключился мне. Я, конечно, больше пробовать не буду. Да, выключился, ничего не прибавилось. Яркость минус один. Почему опять минус один? Я не знаю, что это происходит. Че, яркость я не могу поменять, что ли? Давайте немного подождем, перекурим. Подождем твою маму, подождем твою маму. Че, нельзя, видать, яркость тогда трубку. Вот дурак, блядь, связался. Не знаешь, где возьмешь, где потеряешь. Все, не вылазит. А может вот сейчас надо прибавлять? Вот у нас и нет яркости. Че это за бряканье такое, я не пойму. Вот он столько времени думает, чтобы яркость изменить. Че, так и придется на минусе играть. Ну ладно, пес с ней. Ну. Давайте сейчас. Пойдем дальше. Пойдем, блядь. Когда пойдем-то? Ну, сейчас прибавилось. О, прибавилось, смотрите-ка. Все отлично, погнали. 40, 34. Нет, я не сказал бы, что графика здесь говно, но оптимизация, конечно... У меня бы было бы сейчас, конечно, 50 кадров, если бы я не записывал 2К. Если бы Full HD, а если бы вообще не записывал бы, была бы трансляция, тогда, наверное, было бы и 60 было бы. Но 10 кадров это точно за запись не теряю. Плюс резкость. Еще 5-7. Все, идем, мужик, че? Как тут сохраняться, я не могу понять. Сохранка как тут работает. Я еще пока не видел ничего. Может, я просто не обратил внимания. Блин.
Ну чё ты накуренный? Опять он в этой жопе. Не знаю, не пойму. Ты счастливчик-то у нас. Прошу, через какую-то хренотень. Куда идти-то? Чё, ты собрался? Чё, дурак, что ли? Ты сейчас... Он собрался здесь, этот дурило, блядь. По этой хренотени гнилой, блядь, идти. Эх, и тупицы, блядь. Упаду-то я, блядь, не он. Вот в чем дело. Он идет помимо, он вообще что-то. Я чуть не свалился. Нагнетающий мусор. По-моему, еще темнее стало, блядь. Яркость. Куда нам надо, да? Тут я, по-моему, прошел не так. Это все правильно. Все правильно, мой шоу. Мастерство не пробьешь там. Ну давай, что ты в этих соснах-то, блядь, запутался, блядь. Черт ты вонючий, блядь. Прыгнул, блядь, прыгнул. Ну тут, видать, так задумано. Опять в жопу какую-то залезли, блядь. Вот это мне не очень нравится. Вот это вот лазение в таких клоаках, это меня дико раздражает. Помойка этим. Ну, лифт какой-то. Вылазим отсюда. Все понятно. Теперь сейчас будем топливо искать. Здесь нет ничего у нас. Никакого топлива. Так, мы налево пошли. Сейчас будем, ну, вернее, направо сейчас. Фу, блин, налево. Мы сейчас налево, да, пойдем? Так, что ли, выходит? Сюда и налево, да? А потом направо-направо будет. А здесь где? Куда идти? Лабиринтов наделали, черт ее знает. Черт ногу сложил. Ох ты, земля. Да ладно. Так нет, так что, сюда идти, что ли? Нет, наверное, там все-таки надо пошарить везде. Когда запись срабатывает? Я что-то не могу понять, когда это все тут записывается. Как вот сейчас? А, вот, смотрите-ка. Тут вообще куры-гуси тут, блядь. Вечеринка, блядь. Меня не пригласили, блядь. По какой причине меня не пригласили на вечеринку? Опа. Блин, я бы сейчас с удовольствием понаблюдал. Ничего. Ну, когда-то еще запомнить, что там такое было. Это что там такое? Вон это я понял, что там. Вон там слева, наверное, это как Андромеда. А это что за хрень? Солнце встало за лук красный. Там глазом красным. Все, бачок мы взяли. Мы сейчас вот туда еще нырнем в этот коридор там. Протрещимся. От страха. Бачок мы взяли. Вот сюда надо нырнуть еще. Смотреть что-то. Солнце вышло, да, сейчас там хромаки его убили. Блять, он как этот там бегает, блядь. Канатоходец. Люди тут шарохаются.
похоже, блин. Пицца. И сидит все на жопе. Куда идти-то, я не пойму. Где проход-то, блядь? Я его уже потерял. Про дырку как-то. Все, идем, это зальем там эту дрянь. Солярку. Не пройти только мне. Сюда, по-моему. Блин, сейчас все обвалится, пока мы копошимся. Эх ты, ты тупица, блядь. Чё тут творят они, эти уроды, блядь? Лампу возьми. Да что ты, блин? Возьми лампу, наверное, без лампы поехал. Едет, едет, давай быстрее вылазим. Вот эту вот хрень надо взять, да? Газ. Ёпты! Так а чё это за дресня-то, я не пойму, чё происходит? Я не успел убежать, что ли, ничего, я что-то не всосал в эту хреносотень. Отбежать надо было быстрее, что ли? Выпрыгнуть, и здесь газ вот, может, это как раз этот газ взорвался, да? Точно, блядь. Все равно мне по грызлам дало, блядь. Все равно. Мерзавцы. Кто-то орёт, блядь. Вставай, тупица, блядь! Поднялся, блядь, поднялся, что ли? Ну, давай, пробздись! Так а что делать-то, я не пойму. Он так и будет сейчас ползать у меня, наверное, выживет сейчас он. Кто-то должен вылечить тебя. Кто? Так, сюда точно нет, да? Прыгать вообще нельзя больше. Ползать только надо. Да ладно, все, хватит, а. Ну что, интересно, я думаю, что продолжение я сделаю. Мне стало интересно, что тут. Хренатень. Куда идти-то, я не пойму. Вот, какая-то щель будет половая. Ну, в смысле, в полу. Да смотрите-ка, нет. Так специально сделали, наверное. Что он тут на карачках должен ползать. Может, здесь вот где-то. Я ни черта не вижу еще. Вот они это. Тоже молодцы. Сделали. Че он там, че ему надо там подлечиться, что ли, что-то он там. Может, ключ какой-то надо найти от этого замка. Выхаживается, нет ли, блядь, не пойму. А вон какая дыра, нет? Блин, куда залез? Какую-то жопу, блин. Куда попёрся? Чёрт тебя знает. Я не знаю, что тут делать. Я чёрт тебя знает. Как ты тут пролезешь-то? Вон туда может как-то идти. Точно.
цапать. Давай сначала сюда поднимемся. Давай, хватит хрюпить, терпи, мужик. Вот здесь еще надо спрыгнуть. О, побыстрее пошел, смотрите. Оказывается, ускорение работает. Блин, ты сейчас загнется нахер. Я ж бы хотел за глаза закрыть. Думаю, сейчас он этот барбос. Давай быстрее какую-то лечилку. Бери все подряд. Ну, пока глючит его какие-то видения, но у него вроде не видение, да, а реальность. Не может понять он ни хрена. Я тоже сосать не могу. Чук-чук. Как ты садишься-то у меня, черт ты? Ну, пойдем посмотрим, что. Пойдем, что ли, здание посмотрим, может. О, топорище. Все идет по маслу. О, счастливчик. На то он и есть, о, счастливчик. Конечно, подразумевается все в точности наоборот. На этом надо заканчивать. Хочу всех поблагодарить. О, вон, смотрите запись слева, вон, я увидел. Но. Поблагодарить, кто заходит на мои каналы. И большая благодарность всем тем, кто переходит на YouTube. И уж тем более подписывается. Это уж вообще сверх. Спасибо за внимание. Всего доброго. Берегите себя.